Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами Тотемпаут. Спасибо за теплые комментарии и лайки за прошлое видео. А сегодня мы опять тогда продолжим играть с тобой за Айл. И сегодня я буду Адольтом Гиганотозавра. Вот сейчас что-то ППС просело, ну ладно. Вот, смотри. Я теперь Адольт Гиганотозавр. Вот так. У нас все классненько. И чудно. Уже кого-то слышу. Ой, как раз есть захотел. Подумать только. Мне сейчас скоро еще вот напарник зайдет. Уже, наверное, зашел. О, отлично. Мы с ним, короче, оба Адольт Гиги. И мы будем охотиться. Вот такой вот у нас выглядит. Это максимальный рост гиганотозавра. Ну, правда, не Адольта максимальный. Да, Адольта максимального еще далеко, но пока вот как-то так. Вот мы с ним пока вот выживали вот так вот за гиганотозавра. С тех пор той серии про цератозавра, когда я еще погиб, так сказать. Но теперь мы сможем еще надрать жопу по любому тиранозавру. Мы уже с ним вышли на охоту. Такие вот адольты мы. Рычать можем во весь лес. Здоровые мы машины прям. Работаем всех. Пока что-то никого не видно. Пытаемся красться, меньше шума издавать, но все равно от того, что мы крадемся, у нас есть некий шум, потому что мы здоровые машины уже. Вон, по сравнению с человеком, вообще здоровая штука. На нас даже еды может не хватать. Он где-то тут вот уже маленького бота слышал. Но не факт, что он тут. Слышу, но не вижу. Опа. Вот и еда. Так, это кто у нас? Это у нас маленький этот компи. Ел бота. Не знаю, захочет он сейчас есть компи или нет. Но добыча, хочу сказать, хорошая у нас с ним. Так, по времени, насколько оно нормально. Недолго у нас сегодня будет серия. А так вот мы пипец шума он издает, когда, наверное, просто идет. О, уже кого-то вышел. Кого-то посерьезнее мы нашли. Кого-то мы уже здорового слышим. Надо было найти.
Он, правда, что-то пошел не туда. Блин, пипец, у меня тут, конечно, клавиатура сейчас лагает, ну ладно. Он где-то возле меня сейчас у нас тут этот динозавр. Здоровяк. Где бы он мог быть? Где-то тут самое прикольное, что он кричал. Может быть, к этому, к водопою шли. Вот шум сам раздается у меня оттуда. И я уверен, то, что именно тут у нас сейчас расположена наша добыча. Если бы они покричали, еще было бы вообще супер. Вот уже что-то слышу, но толком пока не вижу. Где-то тут, по сути. Только странно, то уж пока в натуре не видно. Что-то они замолчали, вот это вот не радует. Что они замолчали-то? Надо понюхать. Может, найду. Так, ну... Ничего хорошего не вижу, но, скорее всего, они были... Водоем, или даже сейчас возле него. Тоже почему бы и нет. Странно, у нас сегодня Зайл записывается с небольшими какими-то такими подвисаниями, ну ладно. Вот стопудово тут. Вот сейчас прям слышал. Прямо водоем. Прямо водоем. А есть-то охота. Грешник что-то там пошел. Я думаю, мы с ним справимся.
факт. Мы уже взрослые гиги, идем на такую мощную охоту, и нам нужно добычи, так сказать, побольше. Сейчас вот идем на звук весьма успешно, потому что там один дурачок все никак не замолчит и выдает все стадо. Мы адульты, и нам надо больше еды. Намного больше. Пока идем весьма успешно. Даже серию, наверное, обрезать не надо, потому что и так все гладко. Где-то тут они все. Молчат, это жаль. Вот то, что сейчас они замолчали, это жаль. Нам надо их поймать в любом случае, хотя бы одного из них. На пропитание. Был ли тут вообще кто? Вот это вот поймал. Что-то они вон там, где вот это наш стан. Мне сегодня интересно, вот на то ли мы сможем их осилить или нет. Мне кажется, должны. Не зря же мы так росли-то упорно. Господи, что под камень-то лезет? И откуда они так орали? Фиг знает. Но вот уже что-то дослышно, сейчас может быть прибьем. Так, тут пролез я весьма успешно, это хорошо. В натуре, а где они? Что-то все были, да были, сейчас их не отгодились.
Вообще он не пойму. Еда не прибавляется нифига, да? Ну да, почти нифига не прибавляется. А так мелких тоже можно лопать. Но ими долго не проживешь. А нам надо вон охоту на стадо устроить. Мы, я думаю, весьма справимся. Стадо, кстати, может быть опасно. Но попробовать стоит. Смотри, какие динозавры там. Так, вон оттуда. Прекрасно. Вообще прекрасно, потому что он подает голос. Вот он выбежал, сладенький. Ну давай, дай мне по питанию приступать. О, еда фул хорошо. Поймали мы одного. У них тут стадо. Он хотя бы досту наест. Не зря ж прибили. Он, скорее всего, бежал, наверное, до кустов, но не добежал. Я не знаю, если честно, чем опасен трайк, по крайней мере, пока. Стадо вон за тем лесом, по сути, скорее всего, было. Зачем он сюда бежал, я понять. Так, по времени сколько уже? Так, нормально играем. Интересная такая ситуация. Найдем ли мы стадо или нет?
Так, сейчас главное не облажаться. Сейчас будет такая не очень операция. По этим лесам-то мелким, хоть и для нас они мелкие. Игроков сколько? 68, тогда понятно, почему мы так вот наелись. Да, в принципе, мы сытые, можем и не трогать, но нам надо про запас. Нам надо про запас какую-нибудь еду. И она где-то тут ходит. Принюхаться, что ли? Так, ну вон там вот водоемы. Ну, вряд ли они до водоемов пошли. Где-то тут ходят. Вот говорю же, где-то тут ходит, он даже слышал одного. Где-то тут находит. Вообще где-то они тут. Все, мы нашли их, нашли. Идем весьма пока хорошо, так потихонечку, не торопясь. Сейчас кто-то будет начинать игру сначала, потому что мы идем на пропитание себе искать жертв, как говорится. О, уже как раз есть опять захотел. Отлично. Хорошо пришел. Сейчас придется его найти. Что-то они замолчали, мне это не нравится. Делим бы еще, может они где-то тут проходили, не знаю. Но пока вообще не вижу, чтобы кто-то был. Так, вот это вот уже хорошо, опять звук пошел. Зачем они столько внимания себе привлекают, я не знаю. Может быть, специально хотят войны, но от... они же не знают то, что идут два гиги. То есть уже почти максимально выросших гиганотозавра. То есть идет мощь. Мне кажется, они это не знают. Мне не нравится то, что сейчас ночь уже настанет. А ночь сражаться, увы, не в кайф. Ну.
Ну все, попался точно. Да, да, да. Наши парики, где они? Такие странные звуки, если честно. Ну, они там где-то ходят, балдеют. Но они не знают, потому что мы близко. Меньше звуков издавать будет. А у нас охотка, говорится. Их там вообще полным-полно. Не знаю, как мы сейчас сражаться будем, но увы, мы должны справиться, обязаны. Куда-то они вон да пошли, а мы их преследуем так умеленько, потихонечку, не спеша. Вообще красавцы. Там Рексы берут. Надо бы спрятаться. Думаю, эту серию обрезать не будем. Скорее всего, не будем. Блин, это что ли? Ночную включить. Ночную не хочу включить пока. Ни в какое. Ночь бесит. Не нравится мне то, что ночь наступила. Это гадкое проклятое. Потому что ночью для нас не очень охотится. Мы не видим всей обстановки. Мы ее должны видеть. Иду за своим спутником вон по похождениям в этом лесу. Видели Рекса? Я, если честно, не понял, какого Рекса, какой это был Рекс размером, но пытаемся его догнать.
Так, ну, пока я не знаю, куда мы идем, нифига не видно, и вот это вот плохо. Фигово очень. Рекс откинулся. Почему Рекс-то откинулся? Как Рекс-то откинулся? Так, ну-ка, а как я его поем? Дайте я его поем. Офигеть, кто Рекс-то откинул? Вообще очень все вкусно и охренительно Рексом-то питаться. Ну вот можно сказать, еда появилась. Часть Рекса. А попитались мы так хорошо, можно сказать. Что могу сказать? Серию надо бы завершать, потому что время долгое, будет еще, наверное, идти. У нас сейчас это похождение. А серию лучше всего делать, как говорится, не сильно долгую по времени, поэтому, дорогие друзья, с вами был Кутен Пау, ну вот и мой друг, так сказать, грешник. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, больше лайков, если вы хотите новые ролики по The Isle. Ну что ж, дорогие друзья, всем удачи, всем пока.